Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой награды. Забежим быстренько в магазин, откроем пак. Нам здесь выпадает крип, собственной персоны. Так, забираем тут награды. Пройдите серию испытаний. Слушай, а у нас тут серия испытаний, это осталось шиш да не шиша. Давай тогда, наверное, ее сегодня и допройдем. Я думаю, никто не будет против. Единственное, что мне вот не нравится, это сколько здоровья у нашего Донателло и Кожеголова. Это никуда не годится. Это нужно исправлять, и желательно быстрее. А чтобы исправить это, нужно их вылечить. Восстановить, так сказать, им здоровье. Я что-то не понял. Это что сейчас за выкрутасы? Так, у Леонардо нет возможности подлечить. Опа, ничего себе, они даже Крэнга оглушили. Ты представляешь, они оглушили Крэнга. Вот это да. Вот это они приборзели, я тебе так скажу. Ну-ка. Хан, тигриный коготь и мутагеноид. Ну-ка попробуем. Это им для разминочки, а это для добивочки. Вот и все. Распластались охламоны. Ну, а мы с тобой выполнили это задание. И давай тогда уже сделаем следующее. Раз, два. Так, подожди, подожди. А у нас у Майки, я не знаю, ребята, сколько там у Микеланджело хп... Не хп, а... Возможность вообще будет сейчас у нас захилять или нет? Потому что мы пришли к Крэнгу. Это тебе не хухры-мухры. Ой-ой-ой, что происходит? У нас есть уклонение. Ну, давай сделаем уклонение. Оно лишним у нас тут не будет, я так понимаю. А ракеты? Так, взять... Ну, давай возьмем провокацию, так уж и быть. Возьмем провокацию. Волна. Слушай, мне не нравится то, что, ребята, у нас... У нас нет возможности хильнуться. А это, извини меня, Крэнк. И Крэнк, насколько я помню, будет здесь ходить первым. И если уклонение, не дай боже, не сработает, он нас может уронить. Уронить того, у кого мало хп. А, все, ребят, все, мы спасены. Микеланджело нас круто выручает. Ну что же, тогда ему хана. Теперь я ничего не боюсь. Крэнк, как говорится, ничего нам здесь не сделает. Бумс. Так, давай, наверное, ракетами его добьем. Хм, не получилось так. Все, ребята, Крэнк отдыхает. Собственно, персона вон валяется. Охламон несчастный. Ну, а мы с тобой прошли полностью все события. Это мы пропускаем. И теперь идет что? Конечно же, награды. Ребят, конечно, награды. Так, собрать и сбросить. Завершено все на 100%. Ну что, поехали открывать. Бибоп выпадает. Мне больше интересует, ребят, вот верхняя строчка. И вот эти вот награды. Угу. Давай откроем все сразу же. Вот, ребята, 8 телепортов, 36 долларов, 12 тысяч мутагена. Тут тоже довольно неплохо. А по героям, ну, ты сам видишь, кто здесь выпал у нас по персонажам. Так, забираем. Ну и теперь что мы идем? Искать. Искать нужные нам элементы на слэша. Мы к слэшу, кстати, можем еще уровень прибавить. Отлично. Значит так, нам нужно найти два геймпада. Раз. Ну, а второй? Вот и второй геймпадик, отлично. Два геймпада плюс 10 очков. 10, ребят. 10 3D очков. Это, наверное, мы будем с тобой не одну серию искать их, если честно. Ты смотри, шанс выпадения мизерный. Это только вторые выпали, а нам нужно их 10. Ух. Ни в какую не хотят выпадать. Ты представляешь, вот просто не хотят. Давай, может, здесь попробуем. Нет, тут тоже, ребята, учебники.
Они все, что хочешь, тебе дадут, только не очки. Так, ладно. 4 очка мы нашли, да, получается? Сколько там? Да, 4. Остальное уже будем искать потом, потому что у нас все задания выполнены. Так, ну что, ребята, мы находимся с вами где? Лига Сёгунов, 63 ранг. Ну что, давай попробуем как-то все это дело исправить. Как вы знаете, меня несколько дней не было. Я не смог, да я даже ничего не снимал, ребята. Поэтому все как бы нужно в ускоренном режиме. Да и то под вопросом, будем ли мы дальше снимать. Ну, по крайней мере, снимать-то я буду. Но буду ли я выкладывать на YouTube, мы, наверное, если AdSense прикроет окончательно мне, то мне тогда, наверное, придется только лишь переходить на стримы. На стримы или видосики будут выходить у меня на Яндекс.Дзене. Там, по крайней мере, меня никто не запрещает выкладывать. Так, ну что же, давай продолжать. Возьму, наверное, Ваньку. Ваньки здесь будет, мне кажется, более чем достаточно. Раз, два, три, четыре. Ваньки будет здесь более чем достаточно, чтобы с ними разобраться. Тем более здесь Хан, Бибоп. Ну, проверим сейчас. Так оно и есть. Все у нас хорошо получается. Единственное, что мы будем с тобой очень медленно сейчас продвигаться. Мне бы до Лиги Мастеров бы добраться сегодня, но что-то, мне кажется, этого не получится. Лига Мастеров слишком для меня недоступна пока. Раз, два, три, четыре. Я беру одного, одного пока крепкого бойца. Ну и к нему присоединяю довольно слабеньких наших персонажей. Вот, и таким вот макаром будем с тобой сегодня продвигаться дальше. А уж докуда дойдем, мне даже самому интересно. Но не забывай, что сегодня суббота. А это говорит, что... Кстати, а в понедельник что у нас получается, ребята? В понедельник у меня рабочий день. Буста не будет, к сожалению. Он будет, но как тебе сказать? После работы. А после работы ты сам понимаешь, это уже не буст, а так. Мелочи, да? Мелочи. Скоро месяц кончается, ребята. Скоро уже и Новый год, елки-палки. Сейчас уже ноябрь, потом декабрь. И будет Новый год. Детям на радость, как говорится. Ну что, давай, наверное... Так, а я на Рокзара взял провокацию. Давай попробуем на Рафаэля все-таки переключить ее. Ну-ка. Ага. Троих уронили сразу же, прикинь. И Джастин тут добивает своим, так сказать, запахом изо рта. Причем он садится, там запах совсем, ребята, не изо рта, если присмотреться, а из другого, извините меня, места. Так, ну что, давай возьмем этих тогда. Я думаю, что Бакстера Стокмана будет здесь одного достаточно. Я почему, ребята, не стал играть на равных, чтобы быстрее продвигаться? Потому что мне нужно, чтобы сегодня, к вечеру, я еще смог записать серию, ну и соответственно, поиграть. Может быть, таким макаром мы успеем с тобой добраться до Лиги Мастеров 3 звезды и, соответственно, получить потом полностью наши награды. Потому что нам останется всего лишь одна неделька после этой, чтобы получить нужное количество платиновых осколков. Вот и весь тебе расклад. Так, ну что, попробуем посмотреть, дадут ли они мне 16-21, да вряд ли скажут. Че ты, парень, оборзил, что ли, 16-21? Нет, не хочу я эту команду. Ну что, берем кожеголового. Раз, два, три, четыре. Чем быстрее отыграем, тем лучше. Ну и тем дальше мы, конечно же, продвинемся. Так, давай кожеголового, сразу бомби их всех тут. Нечего на них любоваться. Эти такие, они, кстати, одинаковы, что Бибоп кролик, да, что Бибоп вот этот вот классический, они одинаковые боксеры. Одинаково даже двигаются. Такс. Ну, давай возьмем вот эту вот, наверное, команду. Возьму сюда Зека и к Зеку возьму Слэша. Хотя Слэша здесь слишком шикарно для них брать. Вот так вот сделаем. Зек и Шархан.
Я думаю, сейчас Зэк бросит бомбочку, плюс Шархан своей массовой атакой, наверное, уже добьет их. Нет, добил. А если так? Отлично. Эйприл такая деловая, разбегается и под дых ногой, да? Ну что, место у нас 71-е. Так, давай-ка попробуем обновить. И все равно не дают. Ну что ж. Берем Усаги и вместе с ним вот эту вот великолепную четверку. Поехали. Ну-ка. Ну, почти, почти у него получилось. С одной, как говорится, фишки всех забомбить. Ну, Аллапекс, наверное, добьет. Ну да. Аллапекс просто красава. Так, ну что, 60-е, да? Угу, 59-е место. 16-21 уже дают. Так, ну что, давай возьмем, наверное, тогда Шреддера. Раз, два, три, четыре. Шреддер и Крэнк у нас еще отыграется. А вот дальше придется, наверное, что-то думать. Потому что у противника уже 60 уровень. И вряд ли мы их сможем сейчас одним ударом бомбить. Придется, наверное, два удара делать. Так, 46-я позиция. Ну что, берем Крэнга, да? Берем Крэнга и... Да, в принципе, Крэнг-то здесь один справится. Тем более уровень, ты видишь, 59-61. Если даже кого-то не добьют, то уже мои ребята должны добить. Правда, единственная проблема, что с инициативой. Отлично. Даже ничего делать нам не пришлось, поэтому двигаемся далее. Давайте мне 34-е место, окей. А 16-21, вот, вот оно, 16-21. Ну что, я возьму Макмана, наверное, и Железноголову. Так, слышь, подожди пока. Макман и Железноголовый. В принципе, должны они вдвоем сходить. Они, во-первых, по уровню намного выше. Ну и инициатива, соответственно, тоже должна быть выше. Угу. Майки. Все-таки Майки переплюнул, получается, у нас, да? Железноголового. А почему-то это, у нас же тоже есть Микеланджело. Ну да, Микеланджело фильм. Но почему он такой медленный? Если все Микеланджело хороши в инициативе, то наш вообще какой-то отстающий. Непонятная, да? Схема. Ну что, давай тогда возьмем, наверное, Криса Слэша. Раз, два, три. Крис Брэдфорд и Слэш. Ставки я делаю на Слэша, но тут... Блин, тут Карайка. Угу. Так, давай, Рафаэль. Это для начала. Плюс вешаем защиту от Криса Брэдфорда. И делаем торнадо. Упс. Так, секунду. Нам нужно Лео заглушить. Есть. Прикинь, как нам повезло, мы заглушили Лео. Теперь бросаем плюху эту. Ай, блин. Нормально, это терпимо, ребят. Пробивной. Да ладно, Лео даже не упал. Так, ну-ка, с прыжка. На тебе. Своей жирной задницей на него приземлился и раздавил. Сосисочник. Тух-тух. Нормально. Ваньку нокаутировали. Ну что же, тогда двигаемся дальше, ребят. А, какой там? 11-е? А, 8-е даже место. 8-е место. Так, это уже интересно, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем так сыграть. Семидесятниками. Против 61-х. А, ну давай, Край. Замедляшка, ну, вроде бы сработала.
Так, теперь нам надо вырубить, наверное. Давай сплинтера попробуем рубануть. Шикарно. Так, теперь понижаем атаку. Что сделать-то лучше? Давай, наверное, с разбега попробуем вот этого Донателло. Есть, вырубили. Плюс астероид. Нормально. Так, Лео сделал массовую. Донни защиту поставил. Ну, мне кажется, это уже им не поможет. Пробили Леонардо, и остается лишь с Донни разобраться. Пальчиковый удар сделал наш сплинтер, и, соответственно, Донателло отдупляется. Так, а мы переходим в Лигу Сегунов. Три звезды. Уже что-то, ребята, уже неплохо. Так, кто у нас тут остался? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, семидесятники сами за себя отыграют, тут ничего страшного. А вот дальше, которых надо будет 56-х, там придется, наверное, брать. Ну, по откату возьмем Армагона. Кто у нас там еще есть? Да, у нас много кто есть. Так, меткость. Абсолютно всем понизили меткость. Сейчас кто-то упадет. Все. Прикинь, все упали. Я думал, там, ну, двое-трое, а мы всех уничтожили. Так, с 95 на 84. Мне это нравится. Продвижение идет неплохое. Так, 59-62 уровень. Вот, ребята, уже здесь придется нам брать. И я возьму, наверное, все-таки Армагона. Я возьму Армагона, потому что я верю в его мощь, в его силу и в его справедливость. Давай, родной. Курлык, курлык, и все. И враги отдыхают. Так, ну что же, мы с тобой идем дальше. Ребят, 5 часов ночи. Или 5 часов утра уже, как это можно. Наверное, 5 часов ночи, да? А 6 часов утра. Сижу, дрынкаю. Дорвался, называется, рычик. Так правильно, 2 дня. Какой 2 дня, ребята? Даже 3 дня я не подходил к компьютеру. Точнее, скажем так, я к компьютеру подходил, но я был занят другим. Я там с этим AdSense, с этим Google Pay, Google Play, блин, с ними там разбирался. Еще до сих пор, ребят, мне ничего не ясно. Будем разбираться дальше. Пока только запросы. То, что они там попросили у меня предъявить там документы, все это сделал. Жду, как говорится, теперь от них ответа. И хочу узнать причину, почему они, на каком основании они все это сделали. Запреты вот эти все. Так, ну что, идеальная победа, и мы двигаемся далее. Так, 60-я позиция у нас. Берем 16-22. Здесь я возьму, друзья, Армагона, и сразу же возьмем Шредера. Раз, два, три. Это последний поединок у нас на арене. Надо будет вечером сегодня. Кстати, у нас будет Драконы всадники Олуха, событие новое, да? Не забываем об этом. И сразу же тогда сыграем и в Черепашек Ниндзя. Неделю, как бы, я эту дарить никому не собираюсь. Так, ну что, слышь, упал. И мы с тобой занимаем какое место? Покажите мне, пожалуйста. 50-е, да? Так, 50-е, ребята. Ну что, теперь я иду. А куда я иду? Я иду, ребята, вот сюда, в испытание. Фармить жетоны. Или давай-ка вот здесь, наверное, еще пробежимся. Угу. Блин, ну тут 90 уровень. Уж даже не знаю. Так, попробуем, конечно, повоевать. Ага. А двойная атака только у нас. А, вон у этих тоже двойная атака есть. Нормально. Промахнулся. Ну что это за атаки, а? Готовы. Так, переходим с тобой на вторую волну.
Вот здесь надо, ребята, массуху, наверное, заряжать, потому что очень много массовиков. Причем с хорошей инициативой. Есть. Так, и третья волна. Поехали. Ну, с горем пополам, хоть сколько-то урона нанес. Готовы. Вот, наверное, здесь мы с тобой и будем как раз фармить жетоны. Сколько здесь будут даваться? Если 15, то нет. Если 20, то да. Даже 30. Это еще, ребята, круче. 30 жетонов. Ну что, поехали. Так, комикс Варвар. Это не то. Эксперт снаряжения получил. Шикарно. А вот, ребята, то, что я ищу. То, что мне нужно. Так, жетоны. Так, нам еще остается только фонарь здесь. Все? Ну, я так не играю. Да нет, на самом деле, ребят, нам нужно еще вот здесь тогда получается. А как у нас? У нас не получится. У нас закончилось. У нас сыр-то закончился, а он именно за сыр идет. Так, ну что, друзья, тогда на сегодня мы будем с вами закругляться. А надеюсь, завтра мы все-таки до Лиги Мастеров хотя бы две звездочки доберемся с горем пополам. Ну, а там будет попроще. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.